насколько я разбираюсь в этом деле, но это, по-моему, мужская компания. Они на охоте за женским полом. Плывут с огромной скоростью по течению. Прям как моторные лодки. Вот это приземление. Нет, обошлось мирно. Никто никого не ревнует. Совместный завтрак. Видимо, чем глубже, тем вкуснее. Опа! А вот и следующая парочка.